На одном из избирательных участков на Посмитного 2 в санатории Молдова проголосовал народный депутат Украины Сергей Кивалов. Парламентарий призывал всех граждан проявить активную гражданскую позицию, ведь примеры истории доказывают. Каждый голос может быть судьбоносным и повлиять на исход выборов. Хорошее дело. Будущее определено уже. Выборы президента – это очень важно. Президент – наивысшее должностное лицо в нашем государстве. Он является главнокомандующим. Он отвечает за внешнеполитическую деятельность. Мы же голосуем сегодня за того человека, который 5 лет будет представлять нашу страну за рубежом. И это важно. Это будущее нашей страны, будущее нас, будущее наших детей, будущее наших внуков. Парламентарий подчеркнул, что активность граждан на избирательном участке во время второго тура президентских выборов была достаточно высокая. Кроме того, Сергей Кивалов отметил, что в парламентско-президентской республике многое будет зависеть от того, какие политические силы придут в результате выборов. Президент, он имеет большие полномочия, но и парламент имеет огромные полномочия для того, чтобы определить экономический курс, определить дальнейшее развитие нашей страны. Поэтому я думаю, что наши граждане должны быть активными как на выборах президента нашей страны. Ну и, конечно, нужно не забывать, что выборы в октябре будут и в парламент.